урок технической механики. Второкурсники Алтайского архитектурно-строительного колледжа пока лишь в теории изучают механизмы. Будущие инженеры, слесари, строители. Встать за станок на полный рабочий день они должны после выпуска. Но, возможно, это случится намного раньше. В стране предлагают вести трудовую мобилизацию. Плюсы – это даст тебе возможность с определением в дальнейшем твое место работы и получить неограниченный опыт. Идею трудовой мобилизации озвучили в Москве неделю назад. Мол, с ее помощью предприятия могут сохранить темпы производства. А для молодежи это станет не лишней практикой. Первыми в стране замещать мобилизованных студентами начали в Приморском крае и Кузбассе. Те вакансии, которые появились в экономике Кузбасса в связи с уходом по мобилизации жителей Кузбасса, они заполняются студентами вузов и СУЗов. Помимо учебы, работаю на предприятии Кузбасский сыробей, слесарем типа А5 разряда. На данное предприятие меня пригласил его директор на вакантное место. График работы удобный. 3 дня работаю, 4 дня учусь. Студентов ждут в угольных, строительных, транспортных и логистических компаниях. Там не скрывают, в связи с мобилизацией молодые кадры, пусть даже и неопытные, нужны. На Кузбассе даже придумали программу для запроса молодых и перспективных. Уже поступило 34 заявки. Решено использовать цифровую платформу ЦОПа как большой электронный агрегатор, на котором любой работодатель может сегодня подать заявку на подбор персонала, определив свои условия, основные социальные гарантии, и выпускники 4-х курсов будут предоставлены для работы. В Алтайском крае так называемой трудовой мобилизации нет. Даже рассуждать о ней решились немногие. Мы не знаем, скольких работников предприятий призвали. Это закрытая информация. Однако в СМИ пишут о сотрудниках СИП-Энергомаш и ЛТ-вагона, бронь на которых пришла уже после их мобилизации. И десятки мужчин не могут вернуться домой и на производство. Их коллеги уже говорят журналистам о производственных сложностях. В крае десяток крупных предприятий и сотни небольших. Как в них относятся к идее замены мобилизованных студентами? Ну, насильно-то точно, наверное, этого делать нет смысла. Поэтому ровно таким образом ставить вопрос, наверное, не имеет смысла проводить трудовую мобилизацию. Вот. А другое дело и предложить, и заинтересовать и студентов, и работников, чтобы им было. Если он не хочет работать, то тут замобилизуйся, от него толку не будет. Константин говорит прямо, студент квалифицированного работника не заменит, по крайней мере сразу. Поэтому он уверен, что вопрос компетенции системный. Нужен наставник и должна быть совместная с вузом программа. Осторожно к идее относятся и некоторые юристы. С учетом того, что у нас только что закончилась частичная мобилизация, призывы к трудовой мобилизации в данном случае считаю явно излишними. Юрист поясняет, механизм оплаты такой практики не ясен, как и то, будет ли это полноценное трудоустройство. Низкоквалифицированных специалистов у нас можно найти, и не призывая студентов. А высококвалифицированных специалистов вы не замените студентами. Здесь как раз вот механизм бронирования должен работать. У нас же все гребут под одну гребенку. У нас людей забирают, нам некуда. Тут надо разграничивать. Впрочем, образовательные учреждения идею трудовой мобилизации одобряют, потому что уже работают совместно с предприятиями. Если рассматривать сферу промышленной, строительной отрасли как единый какой-то механизм, да, я думаю, что идея трудовой мобилизации позволяет ему бесперебойно функционировать, заменяя одни трудовые кадры на другие. Совмещение с учебой не тяжело? Я думаю, что трудностей не будет, так как молодежь у нас сейчас активная, да, и на личном опыте могу сказать, что проблем не будет. Михаил – боец строительного отряда и работал на космодроме «Восточный». Он уверен, что совместить можно все. В политехническом вузе эту тему пока не комментируют, а в архитектурно-строительном колледже нас заверили, что студенты к работе готовы. Юлия Щепина, Алексей Фризен, Дмитрий Денисов. День с толком.